Александр Абросимов, город Казань, Республика Татарстан. Ну, на Всероссийском форуме я не первый раз. Вот. Такие форумы полезны для того, чтобы встретиться с людьми, обсудить какие-то вопросы, какие-то проблемы. Ну, здесь затрагивались некоторые темы, которые нам интересны для регионов, да, значит, которые интересны, ну, прежде очень, в первую очередь для развития наших регионов, потому что, ну, как бы вроде до Москвы не очень далеко, но каждый раз ездить в Москву нам, ну, накладно, скажем так, по деньгам. Вот. А какие-то программы, которые делает, например, Максима или там федерация, да, наша, мы у себя применяем, и лучшие дети, которые там участвуют в каких-то этапах, турнирах, потом едут сюда. Поэтому, ну, это очень полезно всегда, пообщаться, повстречаться с разными регионами, поделиться опытом, да, своим или перенять какой-то другой опыт. Круто! Когда-то мы были спортсменами, сейчас тренера, да, или там функционеры какие-то. Мы встречались там на соревнованиях где-то, а сейчас уже, ну, сами не ездим. И ты когда едешь со своими детьми или просто там по работе, да, судить, не знаю, вот на такой форум, повидаться с людьми, которыми там прыгал в детстве или там еще что-то, очень всегда приятно, потому что, ну, не всегда можно увидеться, да, вот где-то так. То есть должно быть какое-то событие. Вот одно из этих событий – это Всероссийский форум. Добрый день, меня зовут Лукьянова Анна. Я представляю на данном форуме Забайкальский край, конкретно город Чита. Участвуем мы в этом форуме, ну, конкретно я, в первый раз. Вообще наш представитель был на первом форуме. Близкими мне оказались, как, наверное, и у многих здесь присутствующих, программы для регионов. Это очень важно, потому что мы одни, к сожалению, ну, не можем выйти на такой уровень самостоятельно. И поэтому этапы кубков, те же, там, Кубок Победы, например, это огромная возможность для нас, как для региона, реализовать своих детей способных и предоставить им возможность идти дальше, развиваться вперед. То есть это огромный плюс. Я вынесла для себя очень много, скажем так, мыслей, набросков на будущее. С пандемией, конечно, возможно, было бы это все реализовано пораньше, но так как в этом году выпало все у всех, из, скажем так, все мероприятия были прекращены на какое-то время, вот, думаю, в следующем году это все у нас, мы плавно к этому подойдем, ко всем этим программам. Это большая возможность познакомиться с представителями регионов, найти для себя какие-то, допустим, один регион силен в чем-то определенном. Мы вот сейчас обменялись все номерами телефонов, с кем-то подружились, собираемся сотрудничать, хотя бы даже спросить совета, это очень важно. Когда вот действительно не знаешь с проблемой, куда идти, и знаешь, что у человека есть уже такой опыт, это здорово. Можно позвонить и спросить то, что тебя интересует. Кузовлев Александр Евгеньевич, президент Федерации конного спорта Пермского края. На сегодня у нас проходит форум, который организовала Максима. Это на самом деле достаточно знаковое событие. Мы раз в год встречаемся, это очень интересно. Мы обмениваемся мнениями, получаем информацию. И мы понимаем, что вот в данной жизни обладание информацией и ее использование – это один из ключевых моментов успеха. Поэтому мы крайне, я крайне позитивно вот это, оцениваю вот эту ситуацию. Что, о чем сегодня буду докладывать? То есть моя задача рассказать о стратегии 2030, которая будет проходить в рамках развития спорта на территории Российской Федерации, какие тенденции и как видит Министерство спорта Российской Федерации будущее развития на ближайшие годы. Второй вопрос мне, это поделиться своим опытом в рамках государственно-частного партнерства на территории Пермского края, который мы считаем успешным. Но вы знаете, на самом деле очень много тем, которые так или иначе нам интересны. Во-первых, это взаимодействие с регионами, это работа в целом федерации, это и ветеринарное обслуживание. Я скажу, что любая тема, которая здесь звучала, она всегда интересна. То есть, может быть, это иногда бывает узкая специфика, но то, что она интересна в целом, это совершенно точно.